Привет! А сегодня мы приготовим классические куриные котлеты по рецепту моей бабушки специи. Из курицы получаются отличные котлеты. Попробуйте приготовить и вы. Классические куриные котлеты обычно горячо любимы детьми. Они нежные, сочные и нежирные. Люди, следящие за фигурой, также отдают предпочтение куриным котлетам, в особенности приготовленные на пару. Они менее калорийны, в отличие от аналогичного блюда из свиного фарша. Сейчас есть множество вариаций и способов приготовления котлет. Но классика никогда не стареет и остается актуальной всегда. Итак, что же необходимо взять для приготовления куриных котлет? Ингредиенты, рассчитанные на 4 порции. Куриное филе 500 грамм. Лук репчатый 80 грамм. Чеснок 10 грамм, белый хлеб 150 грамм, молоко 50 миллилитров, петрушка 10 грамм, соль, перец по вкусу, одно яйцо, растительное масло 60 миллилитров. Итак, основной этап приготовления. Куриное филе моем под проточной водой. Обсушиваем с помощью бумажных полотенец, нарезаем филе небольшими кусочками. С хлеба сразу срезаем корочку, выкладываем мякиш в небольшую тарелку, заливаем теплым молоком. Репчатый лук и чеснок очищаем от шелухи, луковицу разрезаем на 4 части. Пропускаем через мясорубку подготовленные ингредиенты. Куриное филе, лук с чесноком, белый хлеб. Полученный фарш выкладываем в миску. Солим и перчим по вкусу. Петрушку моем, обсушиваем, нарезаем как можно мельче. На этом этапе разбиваем в фарш куриное яйцо, добавляем измельченную петрушку, тщательно перемешиваем массу. Формируем руками котлетки. Это легче сделать, если смочить руки в воде. Наливаем растительное масло на сковороду с толстым дном. Отправляем его на огонь. Как только масло достаточно разогреется, выкладываем в сковороду котлеты. Жарим примерно по 5 минут с каждой стороны. Крышкой не накрываем. Готовые котлеты румяные, так и просятся в рот. Котлеты – это универсальное блюдо. Их можно использовать для приготовления бутербродов, домашних гамбургеров. Также котлеты подают на полдник, на ужин и обед. Оттенить блюдо можно с помощью всевозможных соусов и подлив. К примеру, острый соус придаст котлетам пикантность. Сметанный – нежность. Грибной – колоритный, богатый вкус. Куриные котлеты по данному рецепту можно жарить на сковороде, запечь в духовке или приготовить на пару. Рецепт классический и универсальный. И стоит хоть изредка баловать себя ароматным жареным в масле котлеты. Масло можно взять оливковое или кукурузное. Также подойдет и подсолнечное. Мы с бабушкой специи надеемся, что вы воспользуетесь нашим рецептом приготовления. Приятного аппетита!